коробку. Не зря же купили с игрой коробку. Да. А если вы смотрите это видео, попали на мой канал с вами DriveFair. Я... Две новости. Первое это, что я только что понял, спустя 2 года, как у меня есть наушники, я понял только что, что микрофон... Сперва своё имя придётся набрать и кнопку нажать. И давайте мы с вами, наверное... Дайте я чуть подвину, чтобы было... Ну-ка... О, вот так вот. Идеально. Привет, шлю я новым всем игрокам. Поехали, они же задолбали меня. И сейчас я вам объясню, в чем суть того, что у меня новый профиль. Тут с разными играми 9 коробок. Мы с вами... Бери же любую коробку на пробу. Замолчи. Мы с вами прошли в первой серии это, потом, по-моему, вот это, потом это. В итоге мы набрали кучу призов. Поскольку это новый профиль, никаких призов сейчас тут чисто пусто. Здесь ничего не пройдено. Даже божья коробка найди ни разу, видишь, не появилась. Ни разу. А нам ее можно найти... 4, 4, 2, 2, 10, 12 раз. И мы ее так и не нашли. В этот раз мы с вами пройдем обручи, которые мы еще не проходили. И я, наверное, один пройду остальное, чтобы получить призы. И с вами посмотрим, что можно здесь. Составим свою загадку. Ну что ж, поехали. Вот как играть в игру обручи. Как? Предметы, которые находятся за обручами, надо перетащить внутрь, но так, чтобы теперь они оказались со схожими предметами. Ага. Это непросто. Да ладно. Если два обруча пересекаются, в их пересечении должны попасть предметы, относящиеся к обоим обручам. Удачи! Спасибо. Я уже миллиарды раз в детстве проходил это все, так что, ну, я ни хрена, конечно, не помню, но... Так, тут у нас животные, я так понимаю, рыбы. Значит, тебя мы сюда. Да? Так, машина, это автобус, то у нас сюда. Макака сюда. Трактор сюда. Мышь. Чё не так? А, смотри. Вон оно как, смотри. Здесь у нас только животные, здесь только машины, а здесь игрушки... С колесами от машин и с зверями. Ой, можно тут перетаскать и не нажимать. Вот так вот. Можно зажать кнопку, все. Ну, это просто. Вот это сюда. Это вот сюда. Сюда, сюда, сюда. Отлично. Все с вами отгадали. Да. Здорово. Микрофоны прям вообще... Если пасти. Хочешь сыграть с другими карту, обручами, хочу. Щелкай стрелки внизу и... Я знаю, не надо мне. О! Так, мячики сюда. Шарик сюда. Барабан сюда. Как нет? А, блин. Кукла сюда. А, кукла, кукла. Тебя сюда. Блин, спортсменка. Давайте посмотрим. Так, музыка. Куклы. Кукольные музыканты, кукольные спортсмены и спорт. И шарики. Ха. Ладно. Теперь я вроде понял. А это кукла. Это сюда. Тебя сюда. Ты у нас бейсболист. Тебя сюда. Кегля сюда. Пианино сюда. Ракетка сюда. И велосипед сюда. Отлично. Можно на время играть, можно сыграть снова. Но я не хочу. Я хочу новую. Так, все красное, да? Я так понимаю. Красное. Что это? Что это такое? Экранчик маленький, 640 на 480 разрешение, я ни хрена отсюда. О! Здорово! Я понял, что это ты. Если вы впервые, то послушайте. Простите, пожалуйста, я сейчас опять сюда вот завел куда-то и нажал не туда. Надо было оставить рамку на весь экран. Ну, сейчас так сделаю. Рыба. Как нет? То есть ты считаешь, что рыба не относится к рыбе? А, полосатые, да? Ну, естественно. Ракушка. Перчатка. Тромбон. Краб. Свинья. Или кто это? Это корова? Ну, я знаю, что все эти животные.
Чё? А, рогатые. Конь. Хенгуру. Ракушка. И ракушка. Трюк. Ещё заметил. Это что такое? Что вот это такое, не знаете? Да блин, когда все-то уже? Все буквы сюда, я тебе прям отвечаю, все буквы сюда. Дай сюда. Все, буквы все. А, нет, еще уберут. Да дай сюда. Во, все. А, еще вот это. Все, теперь все буквы. Знаки сюда. Это сюда. И это вот сюда. Тебя сюда. А куда тебе? Сюда. Тебя. А, треугольники. Попа. Так, значит, сюда. Зайца сюда. Конь сюда. Эту деревяшку сюда. Во как. А, треугольник. Прямоугольный треугольник. А, все? Смотри-ка. Ну вот и все. Отлично. Мы с вами все прошли. На этом все. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте, следуйте по всем ссылкам в описании и обязательно смотрите видео, показанное на экране. И у нас осталось последние два. Это и это. А потом призывы мы с вами. Всем пока.